Сотрудники ГИБДД напомнили водителям и пешеходам поселка Развилка о важности соблюдения правил дорожного движения. Профилактическая акция прошла в связи с летними каникулами. В этот период дороги становятся особенно опасными для детей. Напомню, 19 июня в Развилке водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Нарушители установили и задержали в тот же день. Правоохранители рассказали пешеходам, что нужно оставаться бдительными, даже переходя дорогу по зебре. Также раздали памятки участникам дорожного движения. Напоминаем нашим участникам дорожного движения о том, что нужно переходить проезжую часть по пешеходным переходам. Особенно обращаем внимание на нерегулируемые пешеходные переходы, потому что здесь у нас должна, как мы говорим, голова наша на 180 градусов работать, посмотреть сначала налево, убедиться в безопасности своего маршрута, посмотреть направо, убедиться, что водители вас видят и пропускают, и только после этого переходим проезжую часть. В акции приняли участие студенты Развилковского колледжа Московия. Ребята вместе с инспекторами движения напомнили правила водителям и пешеходам, а также помогли пожилым людям и мамам с колясками безопасно перейти дорогу. Я сталкиваюсь очень часто, когда водитель не успевает остановиться, когда я жду, что меня пропустят. И недавно я узнала ситуацию насчет девочки и проявила очень большое желание, чтобы поучаствовать в этой акции, чтобы предупредить пешеходов и водителя о том, что надо обязательно соблюдать правила дорожного движения и обезопасить себя.